Одна только мама была строгой, поколение было таким, что поделать. Все еще о Наджи думаешь? Но я слышала, что он очень счастлив со своей женой и ребенком. Живет новой жизнью после такой, как ты, сумасшедший. Пограничное расстройство личности. От Эсата есть новости? Я чувствую себя счастливым рядом с ней, поэтому я встречался с Гюльвен. Первый фрагмент 29 серии был переведен и озвучен каналом Луна Медиа. 29 эпизод сериала «Апартаменты невинных» выйдет в эфир 13 апреля на канале ТРТ1. Друзья, если вам понравилось видео такого формата, обязательно подписывайтесь, а также оставляйте комментарии. Хан, с Эсатом ведь ничего не случилось, правда? Он жив. Ты не хочешь делиться с сестрами? Эсат? Инджи и Эге так не поступит, как с тобой поступил Наджи. Не срывай свой гнев на невинных людях.